Всем привет, с вами Ирина. Сегодня снимаю вам видео, как и обещала. Сегодня мы у Марайи Карги. Вот Орхидеи Гарден. Здесь у них небольшой магазинчик на входе. Смотрите, какая красота. Красивые цветы. Тут у них такой шикарный прудик. Смотрите, красота. Здесь мостик красивый очень. Зельшеун. Я уже тут выучила немецкий. Вернее, вспомнила свой школьный. Вот такие тут рыбешки прям. А, и черепашки. О, я вместе с вами смотрю. Не видела черепашки и рыбки. Была здесь моя дочка, она бы тут от счастья прыгала от такой красоты. Так, идем дальше. Сейчас я вам покажу теплички. Здесь есть и с цветущими орхидеями, и с теми, что на продажу. Я уже свой заказ сделала. Вот, добирались мы сюда поездом. Потом, правда, мы не нашли автобус, и пришлось идти пешком 3 километра. У меня еще очень сильно болит коленка, мы очень много ходили пешком. Мы уже были у Швертера, но я не сняла там видео, потому что я была очень уставшая. Нам пришлось всю ночь ехать в автобусе, мы спали в автобусе. И у Швертера я видео не снимала. Я у него сделала заказ, у него очень красиво там тоже. А, это птичка. Каменная роза. Вот, у него здорово. Он работает вместе с братом, их два брата. Они очень похожи, я их все время путала. Вот. И теперь вот мы приехали к Марае. Ой, красота. Майя. Фаленопсис. О, какой шикарный. Одонтоглоссум, наверное, это такой огромный класс. Он, по-моему, был на выставке, они его возили. Да, они только приехали с выставки, вот видео предыдущее, если мы ее смотрели. Сейчас вот они все разбирают свои растения. Потому что вот только-только они приехали. Марая попросила ее не снимать, потому что она очень устала. Вот. Так, это фраги, фрагмопедиумы. Хумбольтиай. Кустики хорошие, я уже взяла парочку. Ну, тут большая теплица, здесь именно фраги стоят. Хумбольтиай и лангифолиум на Ханны Попов. Вот такая огромная теплица. Так, сейчас покажу вам следующее. А, Мауди стоит. Тут кто-то купил его, видимо, его отставили в сторонку. Так, ага, здесь у нас психопсисы. Все на цветоносиках. Я себе тоже взяла. Такие классные кустики. Кустики классные я взяла. Так, вандочки. Ну, ванды я не брала. Они дороговастенькие. А вот леодора. Все на цветоносах. Кусты тоже классные. Корни шикарные. Все с цветоносиками. А дальше стоит... А, вот тут еще на блоке растюшки. Ну, у меня блочники не сильно живут. У нас очень жарко в Крыму. Они у меня... Нет, не вижу, со времени их поливать. Так, а это мини-марки тоже. Я тут закупилась мини-марками. Они все на цветоносах. Отличные корешочки. Я себе взяла 10 штук. Очень довольна. Хилошиста, кстати. Так, идем дальше. А дальше здесь, в этой теплице, гринхаус называется это. Там у них дальше пафы. Пафиопедилумы. А, и проминейки. Ароматные такие, классные. Они пахнут, по-моему, как кокос. Я что-то не почувствовала я запаха. Проминейки, много их. И пафики. Тут некоторые молодые, я так смотрю. Их, наверное, недавно высадили. Ну, по две розеточки посадили вместе.
Вот, и уже взрослые были с цветоносами даже, я себе парочку отставила. А, саркохилосы, кстати. Хотела я взять тоже сарков, надо будет. Ну, сухие-сухие, их не было. Вот они были на выставке, конечно, долгое время. Потом растения такие сухенькие. Вот такой кустик хороший. Саркохилос. О, надо такой взять будет. Так, а это вот эти оленьи-рожки. Растения огромные. Так, дальше здесь. А, вот здесь кто-то висит. Что-то я тоже пропустила. Кто это такой? Ой, затерлась этикетка. А, вот. А, Сидерия джапоника. Что-то она такая огромная. Сейчас я попробую снять одну. А, тут красная бирочка. Значит, она продана. Это какая-то прям нереальная сидерия. Я такую даже не видела. Они же все разные, эти сидерии. Есть миниатюрные. А это, видимо, какая-то гигантская сидерия. Вот тоже классный куст. Ну, где красная бирочка висит такая вот, значит, растение продано уже. Verkauft. Бывает написано Verkauft. Так, тут тоже пафики. Наверху висят целогины в горшочках. Интересный такой полив. Видите, вот они вот, кранчики висят. И в каждый горшочек водичка течет. А, ванильная орхидея, ванилька. Ну, говорят, для цветения ей нужно достигнуть метра в длину, чтобы зацвести. И вот с этой орхидеи делают специю ваниль. Если кто не знал, знаменитая ванилька, которую мы добавляем в кофе и во всякие сладости, это тоже орхидея. Так, тут расцвели Delenatii. Красавцы. Это вот мне нравится их так туфелька. И листва у них очень красивая. Шикарная листва. Так, а там дальше сейчас покажу вам расцвел Пиноккио Альба. Как бы мы говорим белый, да? Альба белый. Ну, на самом деле он желтый. Пиноккио. Так, где он тут был? Сейчас покажу вам. А, вот он. Красавчик Альба. Я тоже себе взяла 5 кустиков. У него револьверное цветение. Вот, если вы видите, камера плохо фокусирует. Вот у него вот бутончики. Один цветочек держится у него, по-моему, недели 3. Потом отцветает. Он доращивает цветонос и цветет дальше. И цветение может длиться больше года. У меня мой цвел. Он тоже Альба. У меня не Альба, обычный Пиноккио. И он у меня цвел 1,5 года. Как не приду, он цветет. Приду, он цветет. Вот. Цветонос был длинный-длинный. Так, а это Phragmopedium caudatum. Я тоже себе взяла пару кустиков. Нашла с цветоносами. Вот, кстати, еще один с цветоносом. Сейчас я его тоже, наверное, к себе добавлю. Так, здесь вот такой большой. Что-то я его не видела. Phragmopedium. Но какой? Не сказано. Так. Так, прервусь сейчас и сделаю вам еще одно видео из другой теплички, потому что хочу сейчас взять себе сарки, саркохилосы. Я забыла их взять. Наверное, возьму сидерию одну. Очень она крутая. И возьму вот этот вот себе фраг с цветоносиком. Вот, смотрите, следующее видео будет еще интереснее.